первые. И система вроде как бы заработала. Сколько энергии? Энергия вся куда-то сливается. А что это она куда-то сливается, а у меня там никто... О! Спавнится. Ну, в общем, процесс пошел. Единственное, что нужно сделать, это выливать из этих бочек жижицу. О! Эндерперл приехал. Ну, в общем, вы поняли, чего я хотел добиться. И у меня, кажется, это получилось. Но потом, конечно, этот эндерперл-генератор мы куда-нибудь уберем, а будем использовать тессеракты, собственно, производством которых я сейчас хочу заняться. Ты ж смотри, работает. Моб эссенция не стекает, сволочь. Она должна стекать. Она должна вытекать. Дай-ка туда пневматик серва принудительно поставлю на всякий пожарный. Серва. Shift-клик. Мне это все нравится. Так-с. Вот сюда, чтобы вытекало принудительно. Будет принудительно вытекать. Или вот эти бочки мешаются. Не знаю. Нет, не хочет принудительно вытекать. Ну ладно, потом разберемся. Два эндерперла. Угу. И система самоподдерживающаяся. Так, что дальше? Дальше я, конечно, хотел тут немножечко вот с этими моторчиками поиграться, потому что этой штуки явно мало. Тут надо как-то вот эту штуковину перетащить наверх. Мне это что такое? Fluid Storage Monitor. Покажите мне, сколько у меня лавы. Мне это просто интересно. 2 килобакета или 2 киломиллибакета? Не знаю. Но сейчас я хочу сделать еще одну штуковину. Лава. Glowstone. Ой. Ай. И я получаю из лавы и глоустончика Endstone, который я могу смело использовать для того, чтобы вырастить себе еще один эндерлили. Я уже не знаю, зачем это нужно, но вот теперь я могу это делать. Чем мы занимаемся дальше? Сюда эндерлили. Можно, конечно, побегать тут с леечкой, но уже абсолютно не нужно. Чем мы продолжаем заниматься дальше? Я делаю тессеракты. Мне сюда нужен какой-нибудь крафтинг-тейбл, потому что рецепт... Нет, это автокрафтеры. Ну ладно, сделаем себе крафтинг-тейбл. О, кстати, джангл-вуд. Как, кстати, джангл-вуд запихну. Вот сюда вот. Так, кстати, да... А, тут у меня уже всего есть. Столик. И можно начать производить себе потихонечку. Нет, неправильный столик. Нужно вот такой вот столик. Потому что это столик исключительно для производства эндериума. Как-то так. Ведро. Эндериум. Ведро. И, в общем, я делаю себе потихонечку эндериумовую пыль. А здесь я ее потихонечку плавлю. Так, сюда вместо этого пиротиум, сюда вот, вот эта штуковина. Процесс пошел. Ну вот, потихонечку процесс идет. Так как у меня скоро кончится пиротиум. Опа! У меня кончилась лава даже здесь. Вся лава стекает туда вниз. Что-то тут как-то empty. Да, вся лава стекает туда вниз. И что, и сюда не стекает? То есть вы хотите сказать, что у меня сейчас выключились печки? Нет, вроде на печке хватает. В печках вроде бы лава есть. В этой печке нету лавы, поэтому у меня тут Molten Electrum и немножечко Molten Gold. А что это у меня тут Molten Gold делает? А, потому что у меня здесь есть Silver. А что это? А, и здесь у меня есть... А, черт возьми. Штуковина застряла. Ладно, мы тут отливали электрум, и электрум тут будет отливаться. Так, все, тут течет электрум. Все, супер. Сильвер можно кинуть пока сюда. Но тут нету лавы. Хнык. Так, эти перетекают, эти наполняются для
так пульверайзеры выключились, что бы такое сделать-то, чтобы они включились. Ну, пока можно сделать вот так. Ну, вообще, это очень печально. Да, что у нас тут? У нас куча разного мусора. Сюда у нас идет вот этот мусор. Сюда у нас, пиротиум готов, идет вот этот мусор. Там у нас тоже какой-то мусор. Так, вытаскиваем все отсюда. Ой, они заработали. А как я буду перетирать? Ладно. Если честно, перетирать я буду потом. Сейчас больше интересует меня уголь. Так, сюда пошел уголь. Да, после того, как я начал экспортировать лаву, проблемы у меня появились в полный рост. Ну что, 32 штучки. Это значит, мне должно хватить на... Так, и здесь не пройти. Отвратительная конструкция. Значит, мне должно хватить на, по-моему, тессерактов 8. Давайте посмотрим. Так, у меня есть готовый тессеракт. У меня есть пустой тессеракт фрейм. И я думаю, что 8 тессерактов – это примерно то, что мне нужно. Так, на 8 тессерактов у меня даже, наверное, хватит жидкого... Ой, жидкого вот этого. Сейчас вернусь. Пока у меня там заполняются тессеракты, я решил, что нужно взять Energy Cell, почти полный, кстати, что очень приятно, так этот не нужно. И запихнуть его куда-нибудь вот сюда, для того, чтобы он тут заряжался, чтобы слить всю энергию из этих самых моторчиков. Синенький здесь. Моторчики уже почти пустые. Сейчас отсюда все сольется. Тут лава все еще есть. То есть вот эти моторы работают. Но они тоже сейчас должны кончиться. Ну, хоть лава у меня дофига, не люблю просто так тратить полезный ценный продукт. Что дальше? Дальше у меня там должны были сделаться тессеракты. Но я думаю, что некоторое количество у меня их есть. 4. 2 доделываются. И можно идти делать, собственно, настоящие тессеракты. Что у меня будет по ним течь? Ну, во-первых, по-любому энергия. Тессеракт. Эй, дайте нам тессеракт. Дайте нам, пожалуйста, настоящий тессеракт. Нам даже есть его из чего делать. Пинк. Ух ты, что кончилось? Бронза кончилась. Бронзу мы умеем делать? Бронза у нас делается разными способами. Но самый лучший способ — это вот этот. Ой. Это я зря. Это я очень зря. О. Так-с. И опять же делаем тессеракты. Тессеракты. Синхронизируйся уже, давай. Так-с. Так, стоп, а что здесь надо было? Сильвер. С сильвером проблем не должно быть. Сильвер у нас, да, черта. Раз, два, три, четыре. Серебро и бронза. Интересно, на что это аллюзия? Но на самом деле не важно. Идем устанавливать это хозяйство. Сколько у нас, кстати, тут всего? Стек. Стек дряни. И, наверное, можно будет... Ой-ё. Да, проблемы у нас, конечно же, есть. Так-с. Первая проблема у нас здесь. Слишком много всякого барахла. Моб-эссенция. Всякая дрянь. Мы устанавливаемся куда-нибудь сюда. Ой-ё. Куда-нибудь сюда. Как бы это так сделать? Да, так, ну, тессеракты идут сюда. Шайни металл идет сюда. Барахло идет сюда. Трубы нам пока не нужны. В общем, как-то так. Перекидываем этот сундук сюда. Перекидываем этот сундук сюда. Чё это я сюда пришел? Когда у меня, извиняюсь за выражение, еще... не включен вход системы. Давайте тессеракт поставим сюда. Или не сюда.
где у меня будет вход в систему. Вообще, по-хорошему, это должен быть. Ну, да. Пока мы тессеракт ставим сюда. Это у нас будет... Это у нас будет волна 0, main. И он будет принимать items receive only. Он будет все принимать и отправлять сюда. Это я его странно поставил. Нет, не странно. Все хорошо. Main. Ага. Он принимает item и отправляет все в нашу систему. Вот теперь можно нормально устраивать то, что нужно. Сюда у нас будет заезжать всякий моб-дроп. Сколько у нас тут всего? Красота. Но это сейчас у нас уедет в систему. Кстати, из-за того, что много маленьких предметов, оно нам систему переполнит. Картошечка. С картошечкой мы разберемся. Такс. О, надо бы успеть. Надо только бы успеть. Потому что, насколько вы помните, если... О! Если не вовремя раздолбать сундук, случается беда. Но беда у нас не случилась. Итак, в результате сюда идет второй тессеракт. На волне 0. Этот тессеракт... Подключился? Да, подключился. Этот тессеракт отправляет предметы, отправляет жидкость и принимает энергию на нулевой волне. То есть мы можем смело... Ой, пока не можем убирать эти бочки, потому что нам, собственно, безобразие девать некуда. Стоп. Какой ужас. А у нас тут моп-эссенция и не генерилась. Ну да ладно. Порох уезжает сюда. Мусор уезжает из этих сундуков. Ну, для того, чтобы он уезжал из этих сундуков, их нужно настроить на уезд всякой дряни. Вот так. Все у нас уезжает. Пинг-пинг-пинг-пинг-пинг-пинг. Так, все уезжает. Теперь нам нужно как-то сделать прием мобической эссенции. Так, в чем проблема? Проблема в том, что я хотел энергию тут отправлять. То есть избавиться вот от этого генератора. Что-то он мне не очень нравится. У меня там наверху есть человеческий, очень даже человеческий, вот такой вот, который напроизводил мне Евлориума. Что говорит о том, что скоро я его увеличу. Производит он у нас... 4,6 всякой дряни. Ух ты, перетирается. Работает. Ох, как минимум повыше надо сделать. Ну, в общем, так как он у нас производит энергию, мы можем поставить здесь тессеракт. Тессеракт, который... Так, а он у нас выплевывает... Должен выплевывать. Да, он у нас не выплевывает. Ценный автоматически почему-то. Это входная. Это выходная. Странно. Очень странно. Окей. Давайте тессеракт пока поставим сюда. Айтемы только посылает. Флюид не трогает. Энерджи только посылает. И сюда у нас пойдет вот этот сундук. То есть мы берем наши замечательные айтем-дакты и как-то вот так вот его соединяем. О! А из этого сундука все отправляем кататься наружу, если у нас есть кусочек камушка. И если у нас есть деревяшка. У нас вообще ничего здесь нету. Как это не печально. Я полетел за выключателями. Во, теперь у меня есть выключатели. Я поедый, сытый. Эти бочки уже задолбали. Я совсем забыл вот этому тессеракту сказать, что он на частоте 0. Отправляет энергию. Отправляет предметы. Теперь мы можем вот этот сундук
заставить все отправлять. Отправлять. Чпок. Что у нас здесь? Почему же у нас цианид-то здесь сюда попадает? Не очень понятно. Но неважно. Хотя, я же сказал, этой штукой они выплевывают цианид сюда. А здесь только принимать. Хм. Нет. Ага. Сюда можно нажать кнопочку Eject Waste. И если в реакторе есть waste, то он его выплюнет. Ну ладно, реактор работает, ему хорошо. Я бы его, конечно, охладил чуть-чуть. Он много использует евориума. В общем, всякая дрянь уже радостно уехала ко мне в систему. Кстати, знаете, что значит? Значит, что, вероятно, я могу сдать очередной квест. Steel Powered Fight, наверное. Нет, это... Ну, это я на самом деле могу сдать. Реактор. А что это у меня реактор сделан, но не сдат? Дайте нам, пожалуйста, евориума до черта. Цианид нам на самом деле пригодится. Да, цианид нам пригодится. А, это уже сдата. Бизантрис нет, визард нет, for the hoarding. Что-то у меня тут готово. Ух ты, что у меня готово? Так, дерево. Нет, дерево не готово. Незер Орис. Незер Орис надо взять. Нужно взять по стеку каждый незер руд... Ой-ё. По стеку каждый незер руды. Получить себе Эндер Квори. Зачем он мне нужен, я не очень понимаю, но это круто. Причарджер. Сумочка, сумочка. Термик памп. Угу. Окей. Digital Storage. О, что нужно сделать? Но мы это сделаем. Но мы это сделаем. Ух ты, что дают. Так, потому что автокрафтинг скоро потребуется. Сундук пустой. И система начала быть более-менее автономной. Реактор надо точно увеличивать, тем более, что у меня точно есть реактор кейсинги. А так как у меня дохрена теперь евориума, то я могу смело... Красота. Автоподдерживающаяся система. То я могу смело увеличить реактор, наверное, в высоту. Раза в два. То есть мне нужно 5-3 вот этих самых родов. Ну, давайте сделаем 3 этих самых родов. Йоу. Так, стоп. И я еще одну штуковину забыл сделать. Важную, кстати. Так, я в ховер-моде. Надо ховер-мод отключить. Без ховер-мода летается сильно лучше и сильно быстрее. Так, сэр. Мне надоел этот генератор. Он, конечно, хороший. Но он слишком взрывается. Тиракс. Тессеракт у нас стоял здесь. То есть тессеракт мы можем смело поставить куда-то. Моя любимая труба. Смело куда-то вот сюда. Да. Отдай. Отдала. Так. Так, тут пусто, тут мусор. Тессеракт идет с нами. Вот эта труба с мобэссенсом пока никуда не идет. Сюда устанавливается наш тессеракт. На частоте 0, который принимает энергию и отдает все остальное. Так, и сюда, собственно, тогда идет энергия. Энергия есть? Да, энергия пошла. И жидкость, который пока никуда не приходит. Ура, мафлер не очень нужен, но хотя мафлер на самом деле здесь более-менее нужен. Такс. Сундук скидываем в этот тессеракт. И система становится более нормальной. Давайте. Закидывайте мне сундук. Все. Что нам осталось? Нам осталось каким-то образом... А что это я умер? Я же жал кнопку F. А, я ее два раза нажал. Молодец. Ну, так тоже бывает.